Уроков не будет. 11 и 12 сентября в школах Пермского края занятия отменяются. Эти дни выпадают на пятницу и субботу. Как сообщила во время прямого эфира в Инстаграм министр образования Прикамера Исакасина, уроки перенесут из-за проведения выборов. Многие избирательные участки расположены в школах. Разные были подходы, хотели изолировать там вход, выход, не смешивать потоки. Это очень сложно в организации. И чтобы не подвергать наших детей опасности, приняли решение, что в этот день мы занятия в школе не проводим. Напомним, голосование в Прикамье продлится 3 дня – 11, 12 и 13 сентября. В эти даты в регионе пройдет несколько избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и до выбора депутатов законодательного собрания. Министр образования в течение часа отвечала на вопросы пермяков и затронула много важных тем. В том числе опровергла слухи, что после выборов учреждения образования снова перейдут на дистанционное обучение. Нет, неправда. Никаких данных у нас нет ни про 20 число, ни про какое другое. Если, не дай бог, нам придется это сделать, это тогда, когда ситуация во всей России ухудшится. Особое внимание глава регионального Минобра обратила на тему поборов в школах и детсадах. По ее словам, никаких благотворительных и спонсорских взносов в общешкольные фонды быть не должно. Деньги перечисляются в полном объеме на все, что нужно для учебного процесса, в том числе на средства безопасности. Ничего никто не должен сдавать. Тем более не должны сдавать ни на какие дезинфицирующие средства. Ни на какие. Обеспечены все школы в полном объеме. По крайней мере, на несколько месяцев этих запасов нам хватит. Запись этого родительского собрания доступна на странице Раисы Касиной в Инстаграм. Дарья Болотова, Юлия Алеева, телевизионная служба новостей.